Москва, все-таки, ребята, ехали из другого города, как уважение. А вот сюда, не-не-не. Погоди, ты расслабься, ты чего? Просто вот так, чтобы тебя видели люди как-то. Поехали. И представляем вам еще одного участника отборочных боев турнира «Стрелка». Представься, пожалуйста. Рома Журавлев. Приехал к нам из города Москвы. Расскажи, что для тебя турнир «Стрелка»? Ну, как для большинства, наверное. Просто проверить себя, посмотреть в бою. Вот, посмотреть на свои ошибки. Вот. Знать, ну, как бы, что ты стоишь реально. А каким спортом ты занимаешься? Расскажи в двух словах о себе. Ну, занимался лет 10 назад греко-римской борьбой. Угу. Вот. Ну и сейчас вот пару месяцев занимаюсь карате. Скажи, вот, пожалуйста. Ну, там, на основе муатая. Не пугайте такой формат. Вот нет ограничений по времени, песок. Нет. Да. Это же, по сути, та же улица. Да, то есть для тебя... То есть разницы у меня какой? Никакой. Не знаю, думаю, все пацаны это понимают. Отлично, спасибо. Желаю тебе победы и удачи. Спасибо, что приехал. Так, Мирзатов и Журавлев! Да ты друг, руку выше. Руки отжимай. Стоп! Нормально, я. Победа.